Ветеран СВО Николай Суханов до спецоперации был автолюбителем. Вернувшись домой в инвалидном кресле, решил не менять привычку, поэтому записался в автошколу ДСАФ. Теперь учится водить машину с ручным управлением. Да, нормально. Все то же самое, как и до получения ранения. В деревне, когда рос, водил. На СВО было дело, поездил. Ездить умею. Под себя, конечно, потом буду брать отдельно уже этот... более какую-нибудь хорошую машину, на ручное управление переделывать и кататься. А так, как бы, ну, выделяют машину, поездим, поучимся. В группу автошколы ДСАФ записалось 15 ветеранов. На первые занятия пришло 7. Остальные пока проходят лечение и реабилитацию. Это особые курсанты, рассказывает инструктор по вождению с 20-летним стажем Павел Харьков. Чтобы ветераны-колясочники быстро научились водить автомобиль, наставники прошли курсы повышения квалификации. Основным предметом была психология. Ведь каждому герою СВО нужен индивидуальный подход. Вот у них тяга к жизни такая, что обалдеть! Люди специально идут, чтобы не сидеть дома, а чтобы хоть видеть, ездить где-то доступно на концерты, в музеи. Это же очень хорошо. Уникальная программа по подготовке водителей-колясочников, ветеранов СВО, реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным отделением ДСАФ России и фондом «Защитники Отечества». Срок обучения – 2 месяца. Теория онлайн, практика на машинах на автодроме ДСАФ на проспекте Кирова. В удобное для ветеранов время. Занятия бесплатные. Программа социально значима для ребят, ветеранов СВО. Для того, чтобы решать им социальные задачи, семейные вопросы. Мы это хорошо понимаем и с большой ответственностью относимся к этому. И делаем все возможное для его успешной реализации. Чтобы записаться на водительские курсы в автошколу, ветерану СВО с ОВЗ нужно получить медицинский допуск по вождению машины с ручным управлением. Затем обратиться в фонд «Защитники Отечества», с собой взять паспорт и СНИЛС. Сформированную группу из 15 человек отправят на обучение. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.